Всем привет, с вами Заяц. Немножко расскажу, что у нас было в 2017 году. Я просидел с октября 2017 года до декабря 2018 года на MSI GT1030 2-гиговой видеокарте. И честно скажу, за свою цену хорошая карта. Это вы получаете 3 года гарантии, абсолютно новая, с магазина за 5000 рублей. Ну, 5500. Перед Новым годом сделал себе небольшой такой сюрприз, так можно сказать. Поменял шило на мыло, возможно, кто-то скажет. Но я считаю, что сделал правильный выбор. Купил за 4000 рублей Gigabyte GTX 660 Ti, 2-гиговую версию. Скажу так, то что 660 Ti как минимум в 2 раза мощнее, чем 1030 GT. Также 1030 как-никак, это все-таки GT, а 660 это все-таки GTX. И плюс мы наконец-таки получаем кодировщик NVENC. Да, конечно, это почти самая первая версия NVENC от NVIDIA, и из-за этого возникают мелкие нюансы, типа такие, как нельзя стримить Full HD 60 FPS, потому что кодировщик перегружается, то есть там чип кодировщика, он не настолько мощный, как в новых там линейках 900 или 10 серии. Но все-таки сам факт, то, что он там есть, и это хорошо. И это не может не радовать. И теперь я разгружу свой процессор при записи видео, так как иногда все-таки в него немного упиралось, потому что записывал через кодировщик X264. И теперь дальнейшее видео, скорее всего, дальнейшее, вот это 2019 год, я проживу с Gigabyte GTX 660 Ti. И давайте-ка перейдем к делу. Все-таки не просто ля-ля-ля тополя. Итак, сейчас вы видели только что GTA на своих экранах. Извиняюсь, то, что такой маленький битрейт видео, то есть картинка сыпется немножко. Это мой косяк личный. Я просто... Это мое первое видео, так скажем, с NVENC. Итак, давайте пройдемся по настройкам. Сейчас вы видите настройки графики. Дальше вы увидите небольшой тест. Ссылка на старое видео с GTA 5 и GT1030 я оставлю в описании. А также в описании будет полный конфиг данной сборки.
Всем спасибо, подписывайтесь и пока.